Фото из семейного альбома. Телекомпания «Актис» продолжает проект при поддержке Управления образования Ангарского округа. Его участником может стать каждый, кто захочет рассказать о традициях и ценностях своей семьи. Выпускники первой гимназии посвятили воспоминаниям целый урок. У выпускников первой гимназии сегодняшний урок посвящен семейным ценностям. И первый свой рассказ начала Ольга Бородулина, учитель. Папа всю жизнь проработал на ДЭЦ, он сварщик был, и при том хороший сварщик, то есть такой квалифицированный, а его очень любят, любили, ну, уважают, и, надеюсь, ну и сейчас. Мне кажется, я как бы на него похожа. Желающих рассказать о своих родных много, каждому не терпится поделиться своей историей. Насколько тебе важны твои корни, твои предки? Наверное, очень важны. Во-первых, они дают мне... Как и примеры, я могу судить на их судьбе, как мне надо поступать и как не надо поступать. Также они дают мне важные, полезные советы. Они важны для меня. С одноклассниками своей семейной историей поделилась и Елизавета. Нежно улыбаясь, она рассказывает про свою бабушку. Она после того, как отучилась, закончила 9 классов, я так понимаю, и приехала сюда, в Ангарск, и добилась больших успехов. Она жила здесь с 15 лет одна и стала после этого директором магазина. Много зарабатывала по тем временам. Она очень такой бойкий человек, прорывной. Идет прям на пролом. Все говорит очень открыто, и я тоже считаю, это считаю правильным. И всегда говорю то, что думаю. Семейный фотоальбом есть практически в каждой семье. В маленьких, порой черно-белых фотографиях хранится память о важных событиях и ярких моментах жизни. Поделиться своей уникальной историей может каждый, став участником телевизионного проекта «Семейный альбом». Анастасия Москаленко, Олег Левченко, «Местное время».